И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Арк, продолжаем выживать, продолжаем оглядываться, что здесь происходит. Очередной день у нас начинается, вроде как все хорошо. И разглядывал я тут инвентарь и увидел вот такую штуку. У нас тут есть какая-то штукенция. Которая как-то внешний вид Парасаурлофус. Вот как ее сюда. Как ее сюда сделать? Я вот не понимаю. Или это не на этот динозавр? На парасаур. А это какой-то тоже парасаур. Я не понимаю, куда ее надеть. Ну да пес с ней. Мы отправляемся в другую сторону. Отправляемся на прокачку своего уровня, отправляемся на прокачку уровня вот нашего вот этого динозаврика. Фёст надо этого нашего первенца надо качать. Нафиг бы оно надо было, конечно. Я понимаю, что потом можно приручить там сразу какого-то гигантского уровня и все такое, но как-то оно здесь повеселее, когда все-таки первый. И у нас где-то здесь додошки были. Были здесь где-то додошки. Ни одного не вижу. Окей, поехали. Колобок. Колобок, я тебя съем. Вот они, додошечки. Вот на них мы, наверное, уровень-то и поднимем, наверное, нашему. Только иди сюда. Да ну. Да, бьет он, конечно. С кулака, по-моему, быстрее додошку забить, чем этот бьет. Жесть. А кусты он не ест? О, он ягоды собирает, смотрите. Класс. Ну мы тогда сами будем забивать на мясо. И второго. Отлично. Мясо нафиг не надо, вот кожа пригодится. Да ну. Деревяшки не помешают, соломки еще. На всякий случай. О, поехали. Так, и почти уровень. Почти уровень. Поехали. Такой тормознул, нагадил. Поехали дальше. Прокатимся вдоль берега, посмотрим, что у нас здесь есть хорошего. Приключения на задницу поищем. Какого-нибудь раптора. Поймаем. Вон там возня какая-то идет. Кто-то бегает. Блять. Класс, у нас новый уровень. Новый уровень. И новый уровень я хотел все-таки взять штуки, которые нам... Подождите. А почему 4? Так, вот это надо повысить сначала, да? Окей. 150 здоровья. Отлично. 16 у нас есть.
16 очков. Мы берем, наверное, деревянный проем. Изучаем. Еще 10. И деревянную дверь. Отлично. Еще 6. И деревянный потолок. Как-то вот так, да, ребята? И, наверное, поездка на сегодня откладывается. Сегодня я, наверное, улучшу наш домик до самого конца. До самого конца. В смысле, сделаю его деревянным. Полностью. Это уже будет какая-никакая, но защита. То помните, эта чайка пыталась нас там погрызть. Понятно, что она там чуть-чуть сломала, но... Это все-таки защита. Это все-таки защита. Можно туда прятаться, и если динозавр... Смотрите, трайку кто-то накидал. Погрызенный какой-то. Будем надеяться, что он убил того, кто хотел ему накидать. Поехали. Не, ну классно, если он, вот этот наш динозаврик, сам грызет ягоды, то это прям вообще шикарно. Подошли. Ну. А где? Во, надо вкус попадать только. Прекрасно, смотрите. Массовая заготовка ягод. Шикарно. Класс, мне нравится. Это его кормить не надо. Смотрите, он сам тут. Он сам накормился. Великолепно. Так, вот он наш домик. Его бы надо теперь облагородить и улучшить. Так, ты пока стой. Стой на охране. Так, есть. И здесь мы делаем. Давайте для начала посмотрим, в какие ресурсы нам. А, кстати, мы вот эту можем сделать уже. На дверь надо волокно и древесина. Волокно и древесина. Так, вот эту штуку ставим. Отлично. И было бы неплохо как-нибудь докачаться до окон. Опять насрал. Что это за засранец-то такой? Так, в близлежащих районах деревья-то уже мы немножечко порубали здесь, да? И, кстати, деревья как-то медленно растут. Может быть, они рядом с жильем так медленно растут. Не знаю. Есть. Так, делаем дверь. Дверь. И нам нужно еще 4 крыши. Это 240 досок. Так, кстати, рубится достаточно быстро, поэтому с дерева одно удовольствие строить. Прям по-быстренькому можно все это делать. Одна. И еще 3 надо. Еще 3 надо. Так, почти есть одну. Так, вторая пошла. Ты, блин, пугаешь, а? Уйди отсюда. Дичь. Там у нас додошечки, что ли? Додошки, привет.
Где еще одна? Свалить решила. Готово. Так, еще одна. И последняя остается нам. Ну надо и все. Шикарно. Опс. Какой казус. Какой казус. Так, меняем дверь. Отлично. И... Все. Уже не совсем бомжатник, да? Уже походит... Вот, дверь такая. Уже более-менее походит на правду. Прикольно. Прикольно. Мне нравится. Мне нравится, неплохо. Так, ты что, у меня уровень получил, что ли? Пока стоял. Молодец какой. Что бы тебе прокачать? Повреждение бесполезно. Ему, в принципе, я так полагаю, вообще все бесполезно качать, да? То есть он ходит и грызет траву. Кислород 240. Судя по наличию вот этого кислорода, такого количества, он, наверное, просто тупо ныряет и все. Нормально. А давайте ему стамину прокачаем, чтобы, если что, ввалить. Худо-бедно от кого-нибудь. Так. Каков план? Домик мы улучшили. Прям рексом улучшили, да? И валим, наверное, тогда мы все-таки дальше на осмотр достопримечательностей. Давайте карту посмотрим. Мы, наверное, гору сейчас объедем по кругу. И посмотрим, что там есть. Что там дают. Погнали. Так, а инструменты металлические у нас на каком уровне появляются? Давайте посмотрим. 0 очков. Все потратили. Прям ровно все потратили. Деревянная крыша какая-то. Но мы нормально. Деревянный потолок замутили и пойдет. У нас следующая планка, это 15 уровень, да? Тут у нас лук, стрелы появляются. Много чего интересного. Седла какие-то. Еще что-то здесь квадратное такое. Какие-то ящики с крышками. А вот это что такое, стена? Может быть, это окно будет деревянное у нас все-таки? Деревянный пандус. Какая-то здесь фигнотень. На 15 уровне, смотрите, прям вообще много всего появляется, да? То есть у нас 15, потом 20 уровень. Никого. Погнали. Погнали. Судя по тому, как вот этот крендель убивал дудошку, мой вот этот первыш, я даже не знаю, как его назвать. Судя по тому, как он его убивал, обычную маленькую дудошку, то на его дамаг вообще надеяться не приходится. То есть надо будет проще, надо будет либо валить вообще куда-нибудь, да? Либо спрыгивать и воевать самому. Как-то такой план. Можно черепаху замочить.
И вон там, смотрите кто. Там эти сволочи ходят. Здорово, пацаны. Тихо, 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 тихо. На-ка, в своего же. Было бы угарно, если... Да какой у вас уровень-то, а? Во-во-во. Давай-давай-давай, качайся. Сволочь. Нормально. Нормально, справились сообща. Справились сообща. У тебя там что, уровень не получил еще? Пусть пока стоит. А мы тем временем черепахой займемся. Шестнадцатый уровень. С камнями все плохо. Камни, 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 камни. Так. Камешки. Камешки, камешки, камешки. Привет. Продолжаем. Да, такая возня. Надо реально прокачивать какой-то. Ой-ой-ой, смотрите, там кто? Пиндец, короче, моему. Да отойди ты, отпусти, отпусти, тупая черепаха. Смотрите, смотрите, чё. О-хо-хо. Седло там лежит, надо хоть седло забрать. И он просто заточил прям по-быстрому. Я так полагаю, сейчас еще на меня кинется, да? Черепаха-то броневая, смотрите, держится. Рогатку починим. Надо седло отжать. Вон там еще одно, один кошак. Седло, седло, седло. И пиндец черепахи пришел. Все, он съел ее, смотрите. Все, валим. Валим, валим. Что-то он там заблудился, что ли? И мне вот и хочется, и колется, да? Интересно, догонит он меня? Тихо-тихо-тихо, киса. Киса. К
сожалению, 13 камней. 28 уровень. Что бы с тобой сделать-то такого? Сабертус. Саблезубая херь. Ты съел. Эх, чё повис? Повисли мы. Да ну. Да ну, ребята. Все ходят, а чё у меня с рогаткой? А, камни закончились. Твою ж... Повис, говорю. Ну-ка. Тихо. Падла. Какой страшный-то, а? Да блин, как в тебя попадать-то? О, вошло. Накидал. Ох ты ж, блин. Тихо. А я. Нет. Да нет же. Урод. А так все хорошо начиналось. Подлюка. Подлюка. Все, нет у меня ни динозавра, ни шмота, ничего. Пошлите посмотрим, где он там. Да-да-да-да-да-да. Прикольно, прикольно. Вернулся, конечно, зря. Я прекрасно понимаю, но... Хотелось же посмотреть. Хотелось посмотреть в эти холодные глаза убийцы. Вон он ходит. Камней надо насобирать. А вот было бы много камней, я бы его затыкал бы. Да? С рогаточки бы я его пью-пью. Надо насобирать побольше. Ну, прикладывает так, что меня аж кидать начало по сторонам. Не дал, падла, обратно на камень залезть. А, камни, много камней. Вон, смотрите, он там грызет. Их там двое. Второй подтянулся. Так, пока не заняты, мы быстро по берегу. Марш-бросок. Где-то здесь же моя лежала. Сумка. Есть. Так. Вроде как безопасный камень. Только я боюсь, что их сейчас двое придет. Так, одеваем. Хоть какая, но защита. Так, шапку моднявую. Это выкидываем, нафиг не надо. Так, ягоды тоже. Живем, наверное. Так, вроде все неплохо, да? Так, ну чё, мы готовы, в принципе, к труду и обороне. 73 камня.
Если что, будем изображать их Тиандра. Ходит. Мерзкий кошак. Ну что, попробуем, наверное, еще разочек, да? На какой-нибудь камушек заскочить. А здесь получится, нет? Получится, но боюсь, он тоже залезет, да? Хотя... Вот сейчас проверим. Чё, падла? Какой уровень? 68-й. Обалдеть. Давайте попробуем в него. Две рогатки сейчас расстреляем. О, у нас новый уровень. Прекрасно. За то, что кидаемся камнями в этого... Саблезубого. На, лови, не жалко. О, привет. Подожди. Подожди, браток. Сейчас. Разберусь с кентом с твоим. А дальше будем уже это решать, что с тобой делать. Это вот который слева стоит, он меня съел, да? Кто топает? Черепаха, иди сюда. Отвлекать будешь. Да когда ж ты... Сколько на тебя камней надо, а? 68 уровень. Это куда годится? Усни уже. Не, это, ребята, что-то с чем-то. Ну, смотрите, я ему задамажил уже что-то. Он там немножко в кровище, да, стал появляться на нем. Ну, 15 камней, и он навряд ли упадет. Будем посильнее оттягивать. Так вот, с оттяжкой. Может быть, сила удара тоже влияет. И последние три камня. Да. Последний камень не вышел. Давай. На тебе, падла. Все. На тебе еще копье туда в хребет я. Че бы тебя еще кинуть? Я не знаю. Пожрать напоследок хоть. О, все, пиндец. Ах, не дадут ведь. Спасите. Спасите. Спасите! Все. Смотрите, 28 уровень там был. Надо было, наверное, 28 уровень бить все-таки. Ах ты ж, ёшкин свет. Но мы получили уровень, да? Мы получили уровень. Что мы делаем? Прокачаем, наверное... Прокачаем мы, наверное, что-нибудь такое. Стамину. Давайте стамину, чтобы побыстрее и подальше бегать, да? А здесь у нас остается для изучения. Что нам нужно в обязательном порядке? Нам нужна вот эта штука. Ступка и пестик. Она нам нужна. Есть, и нам нужен наркотик. Как вариант. Есть. Готово.
Шикарно. Погнали. Очередной забег. Боль и страдания продолжаются. Ну, конечно, боль и страдания — это высосанные из пальца, сам себе напридумывал. Можно было поднять, вообще можно было в первый раз свалить, потом можно поднять и еще раз свалить, но любопытство не порок. Так, где они? Вон они, носятся. Носятся за кем-то. Так, собираем камни. Время собирать камни. 100 камней. Ребята, 100 камней. Они говорят, мы тебя съели, да? Но они не знают, что я-то упертый. Сейчас мы с ними как-нибудь совладаем. Где эти сволочи? Самое главное, к ним близко не подходить. Пошлите в другую сторону. Сейчас камней насобираем. И пойдем мочить говнюков. На раз... Бро, с рогами. 40 уровень, иди там. Там отоваривают. Такая гора мяса ходит. Полюбасу его захотят съесть. А может быть, ударить вот этого трайка, он побежит за мной. И увести его под вот этих кошаков. А он с ними попедали там. А мы потом героически присоединимся к разборке. Где-нибудь с тыла под хвостиком накидаем с рогатки. Так. Где они там? И камней у нас 60. Маловато. Маловато будет. 70, да? Я их не вижу. Меня это пугает. Птеродактиль еще. Где эти сволочи? Вон они ходят. Одну сволочь вижу. Так, есть. Так, секундочку. А где моя вторая рогатка? Так, это выкидываем. Это выкидываем, это выкидываем. Это ничего не нужно мне. Так, 89 камней. И уже темнеет. Чувствую, сейчас мы с ними будем ночью педалиться. Ну вот близко подходить, видите как? А, вон второй где. Возится там с черепахой. Они разъединились. Надо уже занимать позицию. Какую-нибудь. Сюда-то он по-любому заскочит. Сюда-то он по-любому заскочит. Но у нас есть камень. Самое главное... мимо этого камня не пробежать. Хм. Может, он там залезет в воду и утонет сам по себе.
Да, дела, дела. Камин нужен подходящий. Ох, а я перегружен же. Вот, отлично, смотрите, смотрите. Он решил покусаться там с этими. Они ему сейчас устроят движуху. Волокно нужно, чтобы починить. И камней много я взять не могу, потому что... Да, смотрите, они ему раздают. Скидываем камни тогда. А нет, мы камни, наверное, скидывать не будем. Мы скинем седло, которое весит 25. Седло вот мне нафиг не нужно. Не хочу я его больше приручать. Все, замочили? Замочили? Молодцы. Где он там? Киса сдохла. А инвентарь? Опять тоже, блин, не дают. То есть говорят, не ты замочил, поэтому хрен тебе, а не инвентарь. Осталось вторую только прижучить. Тихо. Я камни проверяю. На какие мы заскочить можем, на какие нет. Во, кстати, вот на этот бы заскочить, да? И было бы норм. Сначала на этот. Смотрите, я тоже присел переночевать. Хм. Что делать? Остается один вариант только. Бежать, агрить, возвращаться сюда, прыжок на этот камень, а потом идеальный прыжок на этот камень. Только так. По-другому я не вижу вариантов. Или вот на этот. Да, я с этого же расстреливал его. Киса. Мяу. 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 Фух. Фух. Так. Теперь кидаем факел. Ах, в воду упал. Блин. Опять 68 уровень этот остался. Ну все, выкидываем в него, значит, все камни. Опять все заново. Может, в голову ему стрелять? Посильнее будет. Интересно, хедшоты тут вкатывают, нет? Вроде в башку идет, да? А прикиньте, такую приручить. Ему, по-моему, мясо надо, да? Ну, мясо можно побегать по округе насобирать. Я не думаю, что это будет какая-то большая проблема с мясом. Кстати, да, вариант. Но мне кажется, он навряд ли упадет. Тут какие-то, наверное, какой-нибудь наркотой. Блин, а почему я не могу починить-то? Волокно надо. Да ну тебя. Ах ты ж, блин.
однако. Уху! Я победитель. Отлично. Класс. Просто класс. Ну я же замочил его. Дайте мне его инвентарь открыть. Да. И шкуры с него не очень, и мяса немного. Ну ладно. Я возьму это мясо. Я возьму это мясо. Пожарю и съем. Это боевой трофей. Так, волокна нам нужны. Не видно ни черта. Колобок, привет. Колобок, колобок. Где наш дом тут? Так, что-то я... Подождите. Где мой дом? Там раптор какой-то бегает уже. Блин. Нет, это слишком близко. Надо дальше бежать. О-хо-хо-хо-хо. Все, замесились? Да, отлично, молодцы. Так, я устал. Мочите его. Это вы молодцы, ребята. Да, вот надо Трейка приручить бы. Массовка, массовка, смотрите, какая идет. Все, смели его. Уйди, пожалуйста. Я тут. Прекрасно. Факел вроде хорошо, но слепит, да? Так подходишь к дому, а там раптор. И все, и диус. Все. Дома меня никто не тронет. Итак. Итак. Отлично. Факел вырубаем. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас уже стратегический запас камня будет. Хорошо. Ягоды жрём, чтобы не мешали. Хм. Так. Волокна нам нужны, да? Древесина. Починить. Починить. Есть. И есть. Шикарно. Все как-то вот так вот. Как-то вот так вот. Камней мы еще насобираем. Кремний есть на всякий случай. Волокон. Волокон тоже оставим. Так. Все, ребята, жрем. А, саблезубый тигр в перемешку с раптором. А, вообще вкуснятина. Отлично. Все, вам надеюсь, эта суицидная серия понравилась. Я на этом с вами буду, ребята, прощаться. Увидимся в следующих. С вами был Серега. Всем счастливо, всем пока-пока.